В Одинцовском округе продолжают работу волонтерский центр «Единой России» по оказанию помощи в условиях пандемии коронавирусной инфекции. Помимо адресной отработки заявок, поступающих на телефон горячей линии, волонтеры ведут информационную работу с населением. Мобильные группы напоминают о важности соблюдения масочного режима и социальной дистанции в общественных местах и транспорте. Раздают бесплатные маски. На днях такие рейды прошли в теруправлениях Никольска и Кубинка. Информацию по итогам всех контрольных мероприятий передают в местной администрации.